18 июля 2012 года. Я плыву на корабле. Уже вечер. Дует довольно прохладный ветер. Вообще-то красиво, так приятно посидеть здесь. Я на самой верхней палубе. Кто-то занимается йогой, а кто-то... Я просто так сидит на стуле. Мне очень нравятся чайки, которые летят. Вообще красота. Теперь буду зимой вспоминать, как здесь было здорово. На этом корабле. Красивые облака. Не буду этих спортсменок показывать, они такие все толстые. Какие же. Вот они йогой занимаются. Пока-пока.